На итальянском острове Пантеллирия найдены древние римские монеты. На отдельном итальянском острове Пантеллирия в регионе Сицилия археологи обнаружили 27 серебряных монет республиканского периода Древнего Рима. Находку обнаружили при раскопках на территории Акрополя, укрепленной части древнегреческой колонии, основанной в VII веке до нашей эры. Руководитель исследования Томас Шефер из университета Тюбингена объяснил, что монеты, датируемые между 94 и 74 годами до нашей эры, могли быть спрятаны во время нападения пиратов. Находка представляет ценную информацию о событиях и торговых контрактах республиканского периода в Средиземноморье. Монеты удалось обнаружить благодаря недавним сильным дождям, размывшими почву, что позволило найти артефакты, часть из которых лежали под камнем. В 2010 году в археологическом парке также были обнаружены 107 римских монет, принадлежавшие к тому же периоду. Еще раньше в этой местности удалось найти три знаменитых главы статуи императоров Цезаря, Тита и Агриппины.